Йоу! Всем привет, с вами Максимадзе, и как уже давненько мы с вами не играли в New Super Mario Bros. V. Целых 3 месяца, блин, как я-то совершенно я забил на эту игру совсем, и сегодня мы возвращаемся в нее. Так, щелкнуть. Так, короче говоря, мы должны... Мы остановились на мире номер 5. Так, вот меня будет слышно. Собственно говоря, это джунгли со своей собственной темой, даже не так, как в версии для DS-очки. Так, монетка, это мы внутри панциря, типа были. Тихо. Вот так. Короче говоря, мы... Я уже рассказывал новости, но расскажу еще раз. Меня там в этом выпуске, наверное, тихо было слышно. Повторю сейчас погромче. Я, наверное, возможно, вы знаете, что я занимаюсь разработкой игры Super Mario Bros. Yava Edition. 3 месяца назад делал выпуск по обновлению этой игры. И вот работу я уже почти закончил над игрой полностью. Где-то к 1 сентября игра будет полностью закончена. То есть выйдет полная релизная версия со всеми 8 мирами, со всеми уровнями. Заморозка. Ай, ладно, пойдем отсюда. Да, я действительно, я уже сделал 6-й мир, доделал, и 7-й уже делаю. 2 уровня в 7-м мире сделал, из 2-й части. Также у игры значок появился на рабочем столе, это с иконка, точнее. Как у всех нормальных компьютерных игр. То есть я рынок с собственным значком. Такой, куда? Не в ту сторону. Блин, не получится. Ну ладно. Я упал. Так, заморозка. Тихо, давай. Так, у игры также, когда вы запускаете вот приложение, вот игру, у вас там картинка всплывает. Эта картинка полностью изменена. Она более-менее нормальная, без всяких промахов. Теперь она другая совершенно. Планировал еще туториал добавить, ну, бросил эту идею, потому что иначе еще затянется надолго. Тогда сделать туториал подробный тяжело очень. Еще английский надо знать нормально, потому что там на русском же нельзя ничего написать. Так, у нас тут растения, которые загораживают проход. Так, еще один остался. Блин, не получилось. О.
не получилось гриб сохранить. Но тем не менее мы прошли. Мы уничтожили вот этот. Так, мы можем любой из этих уровней пройти. Я не знаю, в какой, честно говоря, лучше. Давайте в этот. Надо было пауэрап какой-то сейчас использовать, наверное. А, надо. Так, уйди с дороги, лесная тварь. Ну ё-моё, зачем я так прыгнул? Зря я так решил сделать. Господи, ну что, господи, вот откуда я знал, что он полезет там? Нет, стоп. Ну блин, как вот как можно это проходить, а? Ладно, давайте вот так сначала сделаем как-нибудь. И вот эта вот полная версия игры, она будет считаться уже теперь релизной версией, а вот эти предыдущие версии не будут больше релизными считаться, потому что они же не полные. Стоп, там что-то есть. Там что-то есть. Да. Что-то здесь, оказывается, было. Блин, надо было подобрать ту звезду, ну ладно. Пофигу уже. Нам это не особо важно. Стоп, 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 тихо. Не, ну вот я же попал по ней вроде бы. Давай, ползи. И вот так. Эй, тихо. Все, наконец-то. И вот так. Так что, короче, где-то к 1 сентября уже полная версия будет. Те, что вот релизные версии до этого, они же не полные были. Я говорю, короче, они теперь будут считаться как альфа 4, бета 1, бета 2 и бета 3. Так, башня. С босс, который будет этот, как его там... Игги, по-моему, зовут этого чувака. Так, на месте замри.
Стой, замри на месте. Стой, тихо. Не на последний сразу же, вот гада. Блин, вот этот уровень не очень-то мне нравится вообще, да? Тот, который следующий. Может быть, кстати, после вот этой последней версии, может, она обновляться еще будет, там ошибки исправляться будут, или что-то еще добавляться, может быть, там будет дополнение к ABC уровню. Ну, там во второй части Super Mario Bros. Lost Devils, там после 8-го прохождения в Famicom Disk System версии, после 1-го прохождения на любом... любым принципом на Super Nintendo, там ABCD мир еще есть. Они супер-пупер хардкорные, может, они тоже в эту игру будут добавлены. Но пока 9-го мира не будет, потому что его добавить невозможно просто. Там подводный уровень, который... Так, этот до 4 объектов помещается. Здесь у нас надо избавиться от других объектов. Так, убирайся. Убирайся. О, маленькие гумбы. Монетки тоже убирайтесь отсюда. Вот.
Да лучше, я думаю, с огненными обойдемся шарами. О, вот это вот нам понадобится. Потом надо было использовать. Ну ладно. Стоп, 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 стоп. Убирайся. Блин, ну нет, 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 нет. Ну, господи ты, боже мой. Бесит меня вот эти цветы, потому что... Ну-ка, дайте-ка собрать этот ящик. Стоп, 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 нельзя соскальзывать отсюда. Да что такое, а? Так, вот наконец-таки. Дом призраков у нас здесь, короче говоря. Мне закрыли дорогу к дому призраков. Ладно, давайте тогда обойдемся без него. Пройдем этот уровень. Надо летать, что ли? Вот тут, походу, гриб леталка в самое тело было бы. Все-таки вот это удержать не очень удобно. Так, ну, пока я ничего не потерял, нам цветок не понадобится. В инвентарь он нам не попадет, к сожалению. О, звезда, так и знал, что там звезда будет. Пау, а для чего нам нужен? Наверное, чтобы звезду поймать. Где-то. Yeah.
и к замку можно пройти. Но сначала придется бороться вот с этим вот. Стой, на месте замри. И все, сейчас мы попадем к замку. Славы, конечно же. Просто есть замки без лавы. Этот славы, по-моему. Нет, нет, не здесь, не здесь, не здесь, не здесь. Я просто думал, что в этом замке еще лавовый мост такой. А он в New Super Mario Bros. U лавовый монстр там был. А здесь этот будет, как его там... Ну, этот, который глайд, как собака. О, вот это вот... Где он будет? Вот эта штука... Блин. Ай, ценную вещь... Просрал. Теперь вот так. Стоп, держись, держись. Есть. Фу. О, как я так не задел-то, а? Тихо. Давай. Держись вот так. Вот эта штука нам понадобится. Тушить. Весь этот огонь. Атомный блин. Почему атомный? Такой зеленый, блин. Как под цвет радиации, блин. Короче, не важно. Сейчас будет босс. Вот этот вот, на цепи, блин. Лающий, как собака, блин. Не подавился, блин. Так, и куда мы дальше, короче, отправляемся?
Я, наверное, промахи в уровнях вырежу, чтобы выпуск не таким длинным был. Так. Каменный мир такой вот. Простите. Такой соленой воды, блин, можно что угодно ожидать. Так, я знаю, тут как тут где здесь короткую дорогу можно найти к замку. Поэтому мы постараемся. Где-то на этом уровне секретный выход должен быть. Мы сейчас будем искать его. Так, стоп. Вот так. Где-то между, где-то, короче, лазу надо поднять. Я помню секретный выход, и там, короче, после него будут уровни с канализацией, там, по-моему, где-то. В общем, выйдите. Где конкретно, я, честно говоря, не помню, где-то в конце уровня. Это, по-моему, был. Что такое, а? Нет, я даже до чекпоинта, по-моему, не дошел. О, вот так вот мы сделаем. Обезвредим вот этих вот гадов. И гриб жизни зато получим. Наверное, секретный выход не здесь где-то был, судя по всему. Господи, ты, боже мой, вот. Делать с этими бутылками. А, ну тут видимо канализация сейчас будет. Да, я немного поперепутал уровни. Ну что поделать, я в это там никогда не играл, поэтому строго не судите. Thank you.
ладно. Чай. Блин, я где-то точно помню, тут что-то было, по-моему, где-то подниматься надо было, тут, по-моему. Господи, я уже забыл все эти уровни, как проходить надо. Давненько я в этого Марио, блин, не играл. Быстрее поднимайся, скорее. Вот, собственно, и все, походу. Закончилась вода. Вот, господи, вот тут очень тяжело мимо них пройти. Так, это этот Мортан. Дальше у нас, по-моему, да. Огромный этот валик, что ли. На месте замри. Замри на месте тоже. А затем сдох. Так реально долго мы будем. Thank you.
счастье замри. Непонятно мне вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, это вообще нереально, по-моему. Есть. Секретный выход. Точно, вот я помню. И он ведет прямо к замку. Давайте сейчас это, собственно, и сделаем. Но сначала попробуем пауэрапы выиграть вот в этом домике. Теперь вот это. Оу, нет. Так, один есть. И второй есть. Давай где этот? Так, вот этот бы пригодился бы. О, еще три уже. Оу, нет, 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 нет. Еще есть. Так. Так. О. Неплохо у нас получается. О, нет. И вот здесь секретный выход есть, это я прям помню. Да-да-да, вот это вот только остерегаться нужно. Где-то здесь, по-моему, этот секретный выход находится. Вот он.
поднимайся давай уже быстрее. Да-да-да, вот он, секретный выход. И сейчас мы к самому замку попадем. Правда, после замка еще и будет уровень с кораблем. Надеюсь, он будет не очень долгий. Прямо на вершине горы находится замок. И сейчас мы... Так, замок опять с лавой. С качалками вот с этими. Держись, 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 держись. А, держись, тихо, 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 давай, давай, давай. Сейчас будет тяжело. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. Ай, держись, тихо. Держись, давай, давай. Блин, я не допрыгну. Нет, а, можно допрыгнуть. Стой! О, блин, вот зря я это сделал. Нет, блин! Попробуем еще разок. Так, 50 минут уже запись идет. Ну, там, где и промахивался, я вырежу, поэтому выпуск будет.
Не 50, но немного меньше. Так, и сейчас опять будет уровень с кораблем. Как и в мире, как и в четвертом мире прошлой серии. Чем огненные шары. Так, замри на месте. Звезда. Наверное, можно было без трубы пройти дальше. Ну и ладно, прошли так прошли. Зато звезду еще раз собрали. Нам не пригодится, конечно, нигде в игре. Только если неопытный игрок, неопытному игроку подсказки нужны. Их можно там покупать, ролики там смотреть. Как проходить какой-либо уровень, как все звезды там собрать, все такое. Так, на месте замри. Когда этот уровень закончится уже, а? Давай, тихо. Опа. Сейчас мы будем драться. А у тебя-то поломанное уже вообще-то. Так, короче, Versus Battle у нас начинается. Кто кого в электричество забросит. Надеюсь, что это будет Марио. Так, есть уже один. У меня тоже по три. Удачи, так, у него уже одна осталась, а у меня три. Есть, получилось. И мы ни разу не попали, кстати, в электричество. Господи, опять на улице. Музыку свою, блин. Собственно, на этом мы, пожалуй, закончим. Людвиг, блин.
Это у нас... Так, ну, собственно говоря, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я не настаиваю. Также подписывайтесь на запасной канал Blue Mazze и вступайте в сообщество ВКонтакте. Всем пока. С вами был Максим Мадзе.